13 мая 2014 года в Новосибирске прошла однодневная конференция тюремных служителей «Путь к добру». Главной темой конференции было подведение итогов десятилетней работы всероссийского проекта «Рождественская елка ангела» в Западносибирском регионе. В конференции приняли участие исполнительный директор Общероссийского попечительского совета УИС, председатель Ассоциации тюремного служения России, генерал-майор Борис Алексеевич Сушков, заместитель председателя Ассоциации тюремных служителей России, член Общероссийского попечительского совета УИС, руководитель программы «Рождественская елка ангела» в России Ян Сергеевич Волков и председатель Сибирской ассоциации религиозных организаций «Свобода», координатор программы «Рождественская елка ангела» по Новосибирской области Вячеслав Борисович Филиппов. В ходе конференции были подведены итоги работы проекта на территории Новосибирской области. Собравшиеся обсудили как положительные моменты, так и недостатки и сделали необходимые выводы для улучшения работы в будущем. Проект «Рождественская елка ангела», он не только полезен и несет вообще пользу для самих заключенных и детей, которые ожидают родителей на свободе, а также и для волонтеров, потому что это очень-очень важно и ценно. И вообще, ну, это как бы наше служение, оно на это и направлено, то, что мы должны творить добро, и никто не должен оставаться равнодушным. Спикеры поблагодарили всех собравшихся участников проекта и выразили надежду на продолжение и развитие проекта в регионе. Затем были представлены реальные истории людей, чьи жизни изменились к лучшему благодаря «Рождественской елке ангела». Все собравшиеся отметили, что подобные конференции очень помогают в работе, являются большим ободрением и позволяют обмениваться опытом, полученным служителями в разных условиях и разных частях региона. Ну, наверное, отметить вот те конференции, которые проходят локально где-то на местах, то в Красноярске, то в Ачинске, то вот в Томске, то вот сейчас в Новосибирске. Я думаю, что это как бы, на мой взгляд, итог той работы, которая сделана, и подведение черты, и какой-то и начало нового запала, такого нового старта, новой такой, скажем, вехи. Поэтому вот эти конференции, они очень важны. Неважно, где они. Это хорошо, что они проходят в разных городах, областных городах Сибири. Это замечательно. Но отмечу вот эту конференцию, это как бы старт, какой-то новый рубеж, какое-то новое влияние будет. И поживем, увидим. Будем делать добро и не унывать. Мы смогли провести хорошую конференцию, на которой руководитель Общероссийского попечительского совета, генерал-майор внутренней службы Сушков Борис Алексеевич, рассказал о деятельности попечительского совета, о последних тенденциях Федеральной службы исполнения наказания России. Также он отметил результативность программы «Рождественская елка ангела». Я считаю, что данная конференция – это историческое событие для Сибирского федерального округа и для Новосибирска, и это отправная точка для продолжения тюремного служения в этом регионе. В заключение выступил полномочный представитель РосХВЕ в Томской области, епископ Олег Викторович Тихонов. В своей речи он отметил необходимость единения всех христиан для более эффективного служения в социальной сфере и достижения лучших результатов в помощи заключенным и их семьям. Пресс-центр Церкви Завета. Специально для TBN.